Смотри, как тебя АПБ встретил. С тремя серебряшками. Нет, я не буду. Я уже понял. У нас двоих хватит, троих хватит, по сути дела. Блин, тихо. Вам нашу... Ну, ПСР-ка. Ну да. Вау. Оба, еще один. Что там, точка нормальная? Открытая? Ой, я все равно. Она на мосту, да? Ой, здесь на стоянке точка, две да? Две машины взорвал, две гранаты, смотри. Нормально, а вон, я сейчас напротив захожу, короче. А вот тачка привет. Так, вы мне хотя бы одного оставьте. Я так понимаю, короче, мне надо. Да, он там садится. А, заходит, заезжает. А гранаты здесь на дороге. Оба что ли, давайте машину. Вон, сзади. Ух ты, блядь, блядь. Солдат обычного вот меня вообще размотал. А этот остался живой? Да, вон он. Все, снял? Да, снял. Поднимается. Да, на машине. Еще один. Так, поднимается, вон он. Сейчас он. Тихо. Да что так? Как эти бегают, не попасть вообще по людям. Снайпер с меня. Вообще. Я всеми пушками разучился, да. Все. Трагедия века. Да, вообще. Здорово, машина летает. Ну да. О, блин, пипец. Сейчас я еду, в далекие края. Сзади, снизу, один перебираем. Ладно, я поехал, короче. Убивайте его. Так, надо. Сейчас. А, уже все не надо. Ух ты, блядь, не хватит, двое сзади, скай. Ты звездочка. Что-то я пропустил этот момент. Я не буду брать этот, не вулкан, ничего нафиг, это не нужно. В принципе, правильно. Алло. Ты наш автор? Ага. Челябинск. Где ты? Дэн едут. С моей стороны. Да вон он едет. Фил, Дэн. Да сейчас он тут ездит туда сюда. Страшно. Ой. Кто по мне такой носил? Блин, он меня убил. Здесь за углом это самое. Сразу. Да вон тут что-то дофига слишком. Там калаш бегает за забором, да? Я понял, но... Ну я не вижу его, он заныкался пока. Ух ты, бля. Моста, бля. Тут вообще четверо. Ох, ой. Нифига я тут. Один спрыгнул на точку. Да, в принципе, я не точку не сделаю, тоже, по сути дела. Прям. Они сами взорвали. Просто. Кай пришел, все мои фраги забрал. Да. Я могу сказать, к вам было.